Вам завтра 25, и званый люд. И я верю, и зайдет на комплименты. И я верю, треснет стол от вин и блюд. Собранных, соответственно, моменту. Охапкам роз не хватит в доме ваз. Не хватит слов воздать хвалу фасону. Меня здесь нет, но поздравляю вас гудком автомобильного клаксона. Я знаю, грянут вилки и ножи почище, чем на поле Куликовом. И голос из колонок заблажит о том, что кто-то где-то цепью скован. И в час, когда затеют перепляс, со стенки, если грохнется гитара, считайте это, я поздравил вас. Тепло и громко в самый миг разгара. Квартирный пес ваш выкупан ко дню, надушен, нацелован и по кругу. К тому же он участвует в меню. Он умный, он во всем заменит друга. Но если он на шею прямиком сорвался, ощетинился, залаял, и если вам в губу вцепился он, считайте тоже, это я поздравил. Я знаю, все хлебнут на брудершафт, друг друга за грудки никто не схватит, никто ерша не халкнет, облажав, и ни один не ляжет спать в салате. И вы, сверкнув собой, само собой, в кругу гостей большой бриллиант в оправе. Но если драка, если мордобой, вы скажете, нас Новиков поздравил. Вам завтра 25, я верю, грусть берет, когда пирог в свечах, как ежик. Я к вам навряд ли в гости соберусь, да и навряд ли мне ваш муж предложит. Но если вы на несколько минут сбежите вниз, для вас почти нет правил. И если вас до завтра не найдут, пусть знают, это я пришел, поздравил. От этой чудной танцовщицы, что стоит денег целый куш, вот без ума всю ночь тащится, видавший виды Мулен Руж, видавший все на свете Брайтон, не шибко бабки, да чудес. Салютовал бы ей олрайтом и многодолларовым ЕС. Но это дело было в Сочи, что далеко не за рубеж, где в ресторане каждый хочет к ее ногам и даже меж, где в кипарисовых аллеях макушки щупают луну, и сатану с вечерним клеем наклеит чью-нибудь жену. И надо ж было так случиться, что очутилась она там, непревзойденной танцовщицей, и в телесах не по годам. Был стан ее и нрав расколом, сравнить бессилен комплимент, такой, что даже участковый сошел со страстью хоть и бент. И он серебра и злата мечтал всю доверху одеть, но на ментовскую зарплату позволить Бог одну лишь медь он не имел для встреч квартиры с медвежьей шкурой на стене, и ненавидел рэкетиров за это тихо и вдвойне. Что в этом случае известно, мужчина должен предпринять, но документ там уже честный, и на мундир не смел пенять. Он рисовал себе картины, что друг маньяк за ней пасет, что
вдруг пристанут к ней кретины, а он увидит и спасет. А вдруг она согласна будет сейчас же двинуть под венец. Она шкабацкая в орудие, узнают только и конец. Прощай участок и карьера, зарплата, пенсия и власть. Подумать так, на кого хрена такая свадебка сдалась. А вдруг она и в самом деле согласна будет за любовь. Ой, донесут политотели, моментом высосут всю кровь. Там только ждут, там только рады, там только ищут кто кого. А ножки все-таки что надо, и остальное ничего. И в час, когда цикады пеньем чаруют мир, как скрипачи, порвался трос его терпения, и он настиг ее в ночи. И он сказал: прошу придуркам меня не счесть, вот документ. Хотите стать второй муркой, ловить преступный элемент? Она сказала: ради бога, мой государственный амур, я с вас возьму не так уж много, со скидкой, в общем-то, на мур. И здесь на самом интересном я чуть вам, братцы, не наврал. Так, подожди, Славик, я...